Вот так вот, прикинь, у меня был единственный шанс, и я его просрала. Ох, Наташа, Наташа, все как всегда, а? Взяла, обосралась, ну. Мои хорошие, всем привет, рада видеть вас на канале Тилька Плей, я Наташа, мы сегодня поиграем в Грэнни, которую еще ни разу не играли, называется Грэнни 4, потерянное обновление. Тут, судя по всему, у нас и Анжела, и Сландерина, и бабуля, и дедуля. Правда, не хватает все еще кузнечка, не знаю, почему его нигде не пихают. Вот, Носферату еще, ладно, кое-где пихают, но тоже не везде. В общем, давайте смотреть, что это вообще такое. Фановая вроде бы как игра, написано фан-гейм. Так что надеемся, что мы действительно с вами сейчас повеселимся, а не будем плакать, насколько все работает или не работает. В общем, погнали, с вас лайк и подписка на канал. Мы проделали большую работу, сделали очень многие вещи. Спасибо за какие-то там знания. О, The Game... О, там от Valve есть у нас, ничего себе. Уже знаменитости местные, местные знаменитости Грэнни. Ну хорошо, значит, есть надежда, что все будет хорошо. Ну, графа мне, в принципе, нравится. Хорошо все. Смотри, какой маяк красивый. Почти что окна витражные такие, да? Такие, знаете, которые в СССР делали на производствах. Вот такие вот красивые, которые разбиваешь, они такие красивые. Скипать ничего не будем, будем смотреть. Опачки, такие, добро пожаловать, welcome. А я такой, не-не-не, ой! Я хотела было повернуть назад, но сзади меня встретила Анжела. И бабка такая, хе-хе-хе, и дед такой, о! И чё это, пацаны будут на меня вот так вот с маяка смотреть? Или они хотят спеть песню «Разбежавшись, прыгну со маяка». Вот я был, и вот меня не стало. День первый. У вас только один шанс сбежать. Спасибо большое, мой хороший. Спасибо. А, ну так смотри, это, наверное... А, нихера себе. Так, тут... What the... Ничего себе. Вы поняли прикол? Это очень похоже на ту самую Грэнни, которая от Valve. Просто текстурки, наверное, похожие. Интересно, ладно. Я пока не особо могу что-то здесь делать, но... Что-то как-то у меня не все тут открывается. Может быть, какая-то другая кнопка. Либо у меня тут что-то не работает. Но это фановая игра, поэтому чего мы от нее ожидаем? Туалетик. Хотите помыться? Что-то дверь не открывается. Опа, ключ. Я нашла ключ от комнаты. Ну, слушай, они меня в очень офигенную комнату, я хочу сказать, поселили так-то. Они меня поселили прям в такую комнату богатую. Посмотри, у меня двухэтажные апартаменты. Может быть, и не надо отсюда уезжать? Зачем? Блин, это реально, видать, наработки пятой Грэнни. Вот почему, типа, называется вырезанный... Ля, люлька тут, колыбелька качается. О, наши девочки, красоточки. Ничего себе, это что за рычаг такой? Его можно дернуть. Нужна книга. Угу. В этом что-то есть. Так, подожди. Я спустилась уже? Ни хрена себе, как тут все необычно. Лифт не работает. Ага. Блин, прикиньте, это получается, пацаны с этого начинали, с вот этой Грэнни. Грэнни, тысяча какого-нибудь там года, знаешь, когда. А я могу здесь пройти? О, прикол. Я могу сквозь текстуры проходить, видали? Учитесь, учитесь. Профессионалка. А где все мои, короче... Здравствуйте. Вы же меня не видите? Я вроде бы поставила нормальный, не призрак. Или я поставила призрак? Я поставила не призрак. Окей. Я просто думала, она так на меня идет. А, это все... А... Да ладно! То есть прямо... Шашлык-машлык надо? Слушай, ну я не ожидала такого.
И она просто закрылась. И она просто такая, все, конец. И просто вышла. Хорошо, то есть получается... То есть то, что написано, что у нас реально единственный шанс, это правда. Ничего себе. Нифига. А я просто думала, что бабка как бы меня не видит. Но нет же какой-то такой тревожной музыки. Что там вот сейчас будет трындец. Что сейчас она меня хлопнет. О, я нашла ключ. Вот так вот, прикинь, у меня был единственный шанс, и я его просрала. Ох, Наташа, Наташа, все как всегда. Взяла, обосралась, ну. Так, спустились. Давайте сначала по этому этажу с вами ходим. Не ходим. По этому этажу не ходим. Идем с вами дальше. На этаж выше, там бабулечка стоит. Пусть стоит. Мы не мешаем. Нужен какой-то ключ. Какой-то дверь, что-то открывание. Блин, а если я сейчас на деда напарюсь? Фига у вас тут сортир. Неплохо. Слушайте, это что такое? Локер-ки? Какой-то ключ от какого-то шкафчика или что? Он что-то открывает. Вопрос, что? Не это. О! Лифт-кнопка. Кнопка лифта. Вот это да. Так, а сюда можно спрыгнуть? Вообще, насколько безопасно сюда прыгать? Пути. Ну пусти ты. Хрена себе. А, Анжелка висит. Смотри. Анжела, как дела? Анжела, что делаешь? Вот это жмыхнула Анжела, у нее глаза вылезли на лоб. Книжку нашла. Книжку нам надо на второй этаж принести, это я точно помню. Прям смотри, это библиотека. Прям полноценная библиотека в этом лифте. А бабка же туда наверх не ходит, я надеюсь? Да подожди, наверх. Стой, вот сюда. Не прикольно, что оно вот так вот прыгает, конечно. Ну ладно, нам нужно докопаться с вами до сути. Какой-то, что это, тимбл? Что это такое? Слушай, у меня так много вопросов и так мало ответа. Колясочка. А я не могу взять, да, Мишку, который вот здесь вот сидит? Просто мне кажется, как будто бы так его можно взять и бросить. Нет? Нет, нельзя. Нельзя. А может быть, я вот здесь сейчас открою дверь, смотри. Не. Нифига подобного. Ладно, идем с вами дальше. Я нашла какой-то тимбл. Что это такое, я не знаю. Но мы сейчас с вами потыкаемся, помыкаемся. Может быть, что найдем. Так, мы с вами, кстати, не ходили вот сюда вниз. Но надо быть осторожнее. Ни хрена тут прикол. Даже улица есть. Вау, как красиво. Мне понравилось. Мандарина, нет. Пожалуйста, не убивай. Не надо. Так, вот тут можно что-то... За компьютер, что? Специальный диск нужен. Нет! Нет, это нечестно! Это нечестно! У меня почти все получилось! Ты откуда там взялась, овца? Не, ну она овца, она просто, ну как так-то? Ну так все хорошо было, так классно все делали. Нет, нифига тебе подобного, пососите, попердите. Спасибо большое, етишь пассатижи. Вообще никакого шанса мне даже не дали. Вот негодяи. Ну как так-то? Да. Ладно, я попробую еще раз. Как бы что, я женщина не гордая. Моя третья попытка в дне первом. Зачем тогда было вообще писать, что у меня есть день первый? Надо было писать. У вас нет шансов. О, хорош. Шансов нет? Иди нахрен. Вот и все. Что, пошли сразу вниз, пока бабка наверху? Пока бабка наверху, наведу я внизу суету. Так, бляха, слендерина. Ну не. О, ля, там дед флексит. Смотри, прикол. Ля флексит. Флексюшка моя маленькая.
Так, нам нужно как-то отсюда выбраться. Но проблема... Да, Слендерин, уйди. Проблема в том, что у меня там дед... Да уйди, Слендерина. Дед флексит. Это что, ключ? Ключ от шкафчика. Что? А, вот сюда нужно вот эту штуку вставить. Все, понял, принял. Понял, принял. Так, главное сейчас бабку не зацепить. Бабуся! Слушай, страшно. Бабуся сейчас меня... Так, это Слендерина. Мы справимся. Не переживай. Все будет хорошо. Мы справились. Мы живы. Давай, давай, давай. Ну, пути. Все. Она ничего мне не сделает. Так, забираю книжку. А куда нужно книжку применить? Кто за... Блин, такая музыка прям напряженная. Все, спокойно, бабуля. А, вспомнила, куда книжку применить. Все, что-то я забыла. И это нечестно было сейчас. Это капец как нечестно. Это капец сейчас было нечестно. Это было прям максимально плохо. Ты понял? Вообще, что сейчас произошло? Капздец. Это очень обидно. Трындец. Она меня просто стояла там, ждала. У лифта. Бабка. Писец. Добрый вечер. Я диспетчер, называется. Слендерин, иди в очко, а. Упердолься куда-нибудь подальше отсюда, а. Утрамбуй свою сраку. Да уйди, ну. Я же сказала, дед все еще флексит. Никаких здесь нам помощи я не вижу. Да уйди ты, погляди какая, а. Ну ё-моё, и чё? Ну и чё мне с ней делать теперь? Она сейчас меня опять будет трахать. Слушай, как будто бы у меня нет шансов. Я думаю, у меня нет шансов. Она прям за мной бегает. Слушай, а если я вот сюда стрельнусь, она же сюда не придет? А, короче... Да не, ну не, 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 она сюда не придет. Да не придет она сюда, нет. Короче, эту игру невозможно, да, пройти. Возможности такой нет, чтобы ее пройти. Потому что бабка всегда тебя преследует, да? Ну смотри, я сейчас спущусь, а она там. Нет? Да ладно. А где она тогда? А! Она меня потеряла. О! Да святая ты, мать моя же. Вот это сейчас было опасно, ребят. Вот с этим сейчас надо было быть осторожней. Давайте подождем, когда она пройдет. Ну, это прям... Хочу тебе сказать-то... Такое было себе. Сколько она, интересно, будет там стоять? Год, два, три, десять, пятого? Сколько? Хочется подглядывать за ней периодически. Идет, не идет. Ну давай, 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 пути. Давай, 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 давай. Ну давай же.
Моя жопа уже протиснулась. Где книга? Куда книгу дела? Где книжка? Может, на полках где-то лежит? Я уже привыкла, что книжка где-то здесь. Женщина. Вот она. Поднимаемся наверх. Ребят, ну у нас сейчас, я думаю, все получится. Несмотря на вот такие вот сложности, вот у нас есть вот этот тумблер. Мы теперь... Так. Я могу уйти. Я могу уйти. Подождите. Пока. Подождите, подождите. Сейчас бабуся уйдет. Не пова. Не надо пова. Дед, тебя освободить? Блин, я не успела прочитать, что там было написано. А, она меня не видит. Грэнпа застрял. Может быть, есть возможность, чтобы как-то лифт заработал? Не, я не буду чинить лифт. Я пока что просто уйду. Вот она, потерянная сцена, ребят. Ну, да, действительно, фановая игра. Попробуй пройти Грэнни за одну жизнь. Ха-ха. Лашки. А я победила. Ой, ну хорош, мне понравилось. Это было... просто. Изи. Пишите в комментарии. Подписывайтесь на канал. Увидимся. Пока.